Всероссийский изобразительный диктант стартовал по всей стране. Чебоксары не стали исключением. Всю неделю молодые дарования столицы Чувашии на базе разных художественных школ и училищ будут выполнять задания конкурса. Изобразительный диктант – очный этап первого международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник». Этот проект одержал победу в конкурсе фонда президентских грантов. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете? Вопрос, который Остап Бендер задал Кисе Воробьянину в кинофильме «12 стульев», этим юным художникам точно не зададут. Сомнений не возникает, эти ребята определенно умеют рисовать. 50 воспитанников детской художественной школы имени Акциновых выбрали одну из трех предложенных тем. Летний народный праздник, мастер своего дела и в доме моих предков. Я рисую летние народные праздники в стиле абстракции. У меня очень хорошо получается это, и я стараюсь как можно больше изобразить реализма в картине. То есть повторить все в точностях, как в реальной жизни, все в движении. Все это практически из головы, но некоторые моменты я запомнил из своего детства. Аня Потеева рисует уже 8 лет. Краски и кисточки окружали ее с детства. Старшая сестра Ани – художница. Именно она и привила ей любовь к рисунку. На изобразительном диктанте Аня выбрала тему «В доме моих предков». Мне эта тема очень близка, поскольку я и люблю историю, историю своего рода. Люблю рассматривать разные старые фотографии, узнавать что-то новое. И как-то, когда прозвучала эта тема, сразу идея картины возникла в голове. Я рисую маленькую девочку, которая изучает портрет, на котором нарисована ее семья, точнее бабушка с дедушкой, где сама ее мама, еще маленькая девочка. Как можно оценить работы художников? Это же не математика или физика, где есть определенные правила. Здесь каждый рисует так, как он чувствует окружающий мир, как он его видит. Но оказывается, даже такие работы, хоть и нелегко, но можно оценить. На изобразительном диктанте прежде всего смотрят на постановку композиции и правильное использование материала. Ребята могут выполнять работы в любой технике, любыми материалами, поэтому здесь фантазия не ограничена. Главное – выдержать, красиво, композиционно скомпоновать и суметь выразить свою мысль. Сосредоточено, быстро и, главное, творчески. На все про все юным художникам давалось 3 часа. Затем у модераторов площадки было 8 часов на то, чтобы загрузить все работы участников на официальный сайт организатора конкурса. Там и определяются лучшие из лучших очного этапа. Они-то и будут представлять Чувашию на следующем этапе конкурса. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.